А вот посмотрите, друзья, что я обнаружил в этом дереве, который притащила река. Несколько отверстий, очень больших и очень глубоких. Некоторые из них уходят еще и в бок. То есть видно, что это ходы. Ходы насекомых. Какое же огромное насекомое могло оставить дырку в 3 с лишним сантиметра шириной? Судя по его форме, это, несомненно, личинка жука-усача, потому что только жук-усач или большая златка может оставить вот такое отверстие. Ну, известно, кто у нас мог это сделать. Это личинка жука, который называется Мадре де Кулебра, самый большой жук в Чили. Он очень редкий из-за своих размеров, потому что чем больше насекомое, тем меньше этих насекомых. Жук просто удивительный.